невероятное чувство. Я благодарна всем организаторам, всем участникам этого конкурса. Большое всем спасибо. Что вы теперь будете делать? То есть вы уже победили. Как вы будете? Я думаю, что сейчас мы будем прорабатывать каналы сбыта нашего фирменного торта, раз он так всем понравился. Сейчас будет основная задача найти, как можно будет его запустить массово в производство, в магазины, чтобы все имели возможность его попробовать. Очень много зависит не от рецепта, а от технологии приготовления. Я с удовольствием поделюсь рецептом нашего фирменного торта.